Hello world, welcome to episode 5, chapter 6 of the Tactic Code, the visual programming game created by Chinese and inspired by the Unreal Engine Blueprints. This is Comrade Atomly. Ну что, товарищи, приветствую вас в эпизоде 5 и главе 6 тактического кода, отличной игрушки по визуальному программированию, вдохновленной чертежами из Unreal Engine. С вами я, товарищ Атомный, и перейдем к уровню 6.2. Мне игрушка нравится. So I like this game, but it has some issues. Но есть у нее какие-то кое-какие проблемы. So I found how actually to turn around this board with the blueprints. Я нашел таки, как передвигать нашу вот эту вот доску с чертежами. So this is the middle mouse, the wheel mouse button. То есть это мы делаем средней кнопкой, вот колесико мышки, которые, да, мы нажимаем вот эту кнопочку и передвигаем. So with this button we are actually moving around all our nodes and other stuff. Поэтому вот с помощью этого мы и производим перемещение. So what I'm trying to do is make right now all this code more compact. Сейчас я стараюсь этот код просто сделать более компактным. We will read that later. Мы прочитаем его позже. So right now it is here. Пока он вот такой. Let's lower that down. Давайте вот это понизим. Maybe that can be like that. Возможно, вот так вот можно даже поднять, да? Okay, so that's the whole program. Вот у нас вся программа. And we actually can, move around the level with this. И можно таким образом уровень тоже проворачивать. So let's start. We are finding the nearest enemy. Мы нашли ближайшего врага. Attacked, атаковали, and returning back. И возвращаемся назад. But that's a defeat. Но это поражение. Because actually we need to... like have the value greater than 1. Нам нужно значение больше, чем единица, чтобы победить. So, the value greater than 1 is the way to victory. Поэтому значение больше единицы — это путь к победе. And yeah, and we won. И мы победили. So Goody is running, not running all the time back and forth. Хорошо, что он не бегает назад вперед каждый раз. So level 6.3, уровень 6.3. Let's see how it works. Смотрим, we need to kill two enemies. Нам нужно убить два врага. So what we're comparing here? Что мы здесь сравним? Здоровье. A plus B, A plus B. We don't have value. У нас нету переменной. So get integer number. Целое число. If A, если A у нас плюс B, plus 1, плюс 1. So then we need to compare, потом мы сравниваем. Greater than 1, больше чем 1. The result we're sending here, результат сюда отправляем. So that should work, вот теперь должно работать. So crap, твою ж мать. Like, we need to change something with health. Нужно что-то со здоровьем. So if it is okay, we are health. Мы проверяем здоровье. That's the name of the enemy. Это враг. What we do? We're running. Мы убегаем. Like we need to. This is improper. Вот это неправильно. So that's deleted. Это удалено. Variable hero. Здесь у нас переменный герой. So get property. Берем health, если здоровье. Less than, меньше чем 30. 30. We are not doing this.
Мы вот это не делаем. This is false. Вот это неправильно. So this will how it works. Вот это работает должно. If that's true, если это истина, we should like use item, используем предмет. Big health potion. Большое зелье лечения, Big health potion. So like this is really long name, it could be shorter. Вообще-то вот это зелье можно было бы и сократить название, да, не делать его. Like big potion, that would be enough. Было бы достаточно просто большое зелье, и все, и этого бы было бы достаточно. That's right. So now he needs to heal. Теперь он будет лечиться. Okay, we won without that. Мы без этого победили. But at least I made a better code. Ну, по крайней мере, лучший код сделал. Level 6-4, уровень 6-4. So we need to kill 4 targets. Нам нужно 4 цели убить. And heal, и лечиться. Said we cannot copy the code. Жалко, нельзя копировать код. That would be well, that would be not that educational. Тогда не было бы так образовательно. Копируешь код, да, и просто не повторяешь. Because like repetition is the way to know programming better. Поэтому повторение это лучшее, ну, это и лучшее мучение, и лучшее обучение, вот, одновременно. So, let's let's check first our condition of the health. Давайте проверять состояние здоровья первым. A is less than B, если A меньше B. So we need action, нам нужно действие. Now we need action, нужно действие. Get property, берем значение. So here we go, вот так вот. Health. Здоровье. Health. Okay, value, значение. Remember, that's decimal number. Это у нас, по-моему, запятое значение. Goes to A, идет A. Here is B, тут B 30. So if it is less than 30. Если у нас меньше, чем 30. Connect this. So if that's true, если это истина, we need to heal, нам нужно лечиться. Action. Use item, применяет вещь. Big health potion. Большое зелье лечения. Big health potion. Вот так вот, большое зелье лечения мы используем. So it's true, если это истина. Okay, then we go back to the beginning. И тут начинаем снова в начало. So, if false, если ложно. Now we find the nearest enemy. Теперь мы ищем ближайшего врага. Variable, переменная, unit, враг у нас. Attack the enemy. Action. Attack target. Атакуем цель. But first we need to check the other condition. Но сперва нам нужно будет сейчас проверить еще одно условие. So we need actually to create a variable. Нам сейчас нужно переменная. Integer number. Целое число. Now we need to compare. Теперь нам нужно сравнить. So if that integer value. Если вот это целое число. Greater than B, больше чем B. So greater than 3, больше чем 3. If true, если истина. Action. Attack target, use item. Get property. Now, how to move to base? Возвращаемся на базу. Base. Двигаться на базу. How to increase the variable? Как нам увеличить переменную?
action действия. A плюс B, A плюс B. Okay, let's go after we kill the enemy. Это делаем после того, как убиваем врага. Вот так вот, so we kill the enemy. Мы убили врага. We need to actually need to do this. Нам вот это нужно сделать. A plus B, A plus B, A plus 1, A plus 1. Result we're returning here. Результат сюда возвращаем. So that's after finish. Это после финиша. Then after finish we're checking this. Теперь мы проверяем вот это. If false, если ложно, we are going back to the beginning. Мы идем в самое начало. So... должно теперь работать. Okay, that's proper. Все работает правильно. No defeat, нет поражения. So we need to redo something here. Вот тут вот нам нужно что-то переделать. Definitely you're wrong. Тут у нас неправильный код. So I guess first we need to check. Сперва нам нужно проверять. If A is greater than B, если A больше B. If that's true, если это истина, we are going home. Мы идем домой. If false, если ложное, we are going here. Мы идем сюда. We like taking this. Мы берем вот это. And back to the beginning. И в начало пошли. Окей, greater than 4. Ну давайте больше, чем 4 будет. Окей, greater than 5. Больше 5. So that would work in any case. Это должно сработать в любом случае. Like this increases in every hit. Это ж увеличивается при каждом ударе. Okay, we've lost. Мы проиграли. And another, еще один забег. My bad code. Плохой у меня код, кривой, как, блин, вообще непонятно что. Окей. Okay. Like we should return. Да уже время возвращаться. Окей, okay, let's make this 4. Ну давайте 4 сделаем. So. Again glitch, снова глюк. Battle. Назад в меню и снова в бой. Вот такой вот тут герой. Ready, go. Готовы, пошли. So, two. У нас уже два значения. Three, three. How he did that survive? А как это он не выжил? Don't get it, не понял. That's weird, немного странно. We did not won, мы не смогли победить. And he died, он просто помер. I don't get, something wrong with my code. Что-то, блин, не так я в коде сделал, да? Что-то криво, да?
Кривой код. Кто поправит, тот молодец. Who can like write down what's wrong in my code and fix that? That would be amazing. Это будет вообще классно. Why he's not attacking? О чем вообще не атакует? What was the problem? В чем была проблема? Like everything connected. Да все же соединено. So what's wrong? А что не так было? The game is a bit glitchy. Игрушка глючная. So it is nice, but it has problems with the controls. Да, есть проблемы с управлением. То есть, ну, вот глючит ее временами. Окей. We've killed the two. Мы двоих уже убили. So now that's time to return. Да, время возвращаться. Why he is not returning? Почему не возвращается? Окей, пауза, пауза. So that would be number four. Это будет номер 4. Окей. Да, пока все хорошо. And why is glitched? И чё он заглючил? What a crap. Что за херня получилась? Why he cannot attack more than... Minimum. Почему он не может атаковать больше, чем нужное число? Okay, so let's set the number 3. Давайте номер 3 здесь поставим. Why he's not attacking? А чего он не атакует? Like nothing changed. Ничего же не изменилось. Рестарт, заново пошли. What the hell is this? А что такое? That's restarting the... Why? Почему? Yeah, game is glitchy. Игрушка глючная. By the way, though it is a reassemble of the blueprints of the Unreal Engine, it is actually made on Unity. На самом деле игрушка сделана на Unity, поэтому немного... Непонятно, почему... Так, все. Окей, set 4, давайте 4 ставим. Окей, I'm killing the enemies. Now returning back, возвращается назад. Finally victory, наконец-то победа. Finally I did it, наконец-то я это сделал. So, the last episode in this chapter, последний эпизод в этой главе, but you will see that in the next episode. Ну, вот увидите уже в следующем эпизоде. Live long and prosper until the next episode. Живите, процветайте и до следующего эпизода.